Мне пришла посылка от брата из Карелии, город Кемь. Он там живет. Посылка на день рождения. Мне ее доставили курьером. И я хочу ее открыть вместе с вами. Сейчас я поставлю камеру. Вот так наклоню. Видно? Так. Давайте откроем. Что там, я не знаю. Посылку они мне отправили сюрпризом. Просто вот тебе код подтверждения, давай лови. Ну, трек-код в смысле. Бери, лови. Но я знаю, что там всегда очень интересно, потому что Вика, жена брата, собирает очень интересные посылки мне на день рождения. Уже не первый раз. Ой, наверное, где-то не там открываем. А, вот. Нашла. Сейчас, друзья мои, подождите. Из Карелии, это же у нас северный край. Много интересного можно прислать, то, что мне понравится. Обычно я прошу, если честно, я могу попросить сказать: брат, собери мне то-то. О, открыла. А в этот раз меня никто не спрашивал. Просто получите, распишитесь. Ух, какая серьезная коробочка. Вес 2,5 килограмма. Упс, картонка, чтобы не разбилась. Ну, начнем с верхних этажей. Начнем с верхних этажей. Чай. Мама Карелия. Чай с мятой. Так, раз. Дальше. Мама Карелия. Полезные сласти. Это у нас цукаты из ревеня. Ревень – это такой стебель. Ну, да, это такое растение. Раньше пекли пирожки из ревеня. Так, интересная вкусняшка. Тут проложено картоночками. Видимо, там что-то серьезненькое. Давайте пока прозрачных пакетиках найдем. О-о-о! А это у нас тоже чай. Вот такой чай, по-моему, они мне присылали. Вкусняшка. Иван-чай. В стеклянной баночке. Вот тут что-то. И тоже стекляшечка. Ух ты! Соль Белого моря. Да, они знают, что я люблю что-нибудь оригинальненькое. Соль Белого моря. Это просто соль. Но не просто. Все интереснее и интереснее. Вика, ты, как всегда, меня интригуешь. Я знаю, что это ты собирала. С Севой. А может быть, уже с Амалией. А, это ягода Карелии, черника, джемы или варенье. Да, они мне в прошлый раз это присылали, мне очень понравилось. Так, сладочка. Все баночки. Все прекрасно доехало, все картоночками проложено. Еще какая-то баночка. Вытаскиваем. Соус карельский. А какая-то ягода? Ягода малина. Скандинавский. А, из брусники. Соус. Соус карельский из брусники. Это вообще с мясом. Это очень вкусно. Вика, я тебя обожаю. Следующее что-то. В пакете и в картоночке стекляшечка. Еще один Иван-чай. А, тот у меня был. Вот он, где он? Он с цветочками. А этот просто чай, чистый. Чаек, кофеек.
еще какие-то баночки тоже в картоночке. Проложенные. Приправа. Сейчас, подождите, прочту. Перец и брусника. Очень оригинальная приправа. Перец и брусника. Ну, надо же. Ну, такого у меня не было. Такого я не видела. Вот тогда. И еще что-то. И еще. Тут пакетик. Картоночка. Упс. И еще. Соль Белого моря. И, скорее всего, она... Ну да, они разные. Соль Белого моря и соль Белого моря. Вот эта соль с ламинарией, а вот эта соль с брусникой. Вот это да, такой соли у меня еще никогда не было. Вот эта посылочка. Вроде бы небольшая, а сколько всего. Вот, теперь покажу отсюда, что это у нас. Это здесь скандинавская с брусникой соус. Здесь у нас ревень. Это чай. Еще один чай. Иван-чай. Это у нас черничка, варенье или джем. Чай с мятой. И соль. Интересная соль с брусникой. И соль с ламинарией. А это приправа с брусникой. Перец и брусника. Из Карелии. О, какую мне посылку интересную прислали. Таких продуктов здесь нет, а в Крыму тем более. Брат, Вика, Сева, Амалия, ну и Оля, конечно же, мои любимые. Я вас обнимаю. Вика, ты как всегда угадала. Все очень оригинально. Я вас обожаю.